Как и многие белорусы, мы узнали об этой ситуации из медиа, и мы увидели, что есть какая-то проблема с беженцами, которые пытаются попасть в Польшу. И 6 сентября 2016 года мы высадились таким небольшим правозащитным десантом вот прямо здесь, в Бресте. Мы сопровождали семьи через границу, писали жалобы для польских пограничников, ну и пытались как-то юридически помочь этим людям. Брестский офис Human Constant, по сути, стал таким плацдармом для того, чтобы применять знания и умения волонтеров и делать какие-то полезные вещи вместе сообща. За эти два года в Бресте побывали десятки волонтеров, сотрудники Human Constant. В целом, миссия мне дала такое невероятное чувство сопричастности к чему-то очень большому, к чему-то очень важному, такому, что никто до этого не делал. Я еще помню это чувство, когда ты едешь в поезде в Брест-Минск, уже возвращаешься домой, уже думаешь о том, когда бы вернуться назад. Уже спрашиваешь, когда нужна помощь, когда приехать. Это было очень круто. Миссия совпала с таким очень странным периодом у меня в жизни, когда я думала, чем мне заняться дальше, что мне делать. И в том числе миссия очень сильно помогла мне. Я почувствовала уверенность, я почувствовала, как мне это нравится, как мне это интересно, и что я бы хотела продолжать этим заниматься, и в том числе и профессионально. Я расскажу о том, что мы делаем сегодня в Бресте. Где-то мы насчитываем около 350-400 транзитных беженцев. Это, конечно, меньше, чем было, когда мы начинали нашу работу, но в то же время это показывает, что ситуация все еще не решилась. Каждый день пропускают всего лишь одного или двух человек. Мы занимаемся все так же оказанием гуманитарной помощи, потому что многие из тех семей, которые приезжают, не готовы к тому, что они на так долго застрянут в Бресте. Мы помогаем одеждой, предметами первой необходимости, памперсами для детей, продуктами. В основном благодаря белорусским гражданам, которые нам это все собирают. Также мы помогаем им консультативно, мы рассказываем, как они должны представить свое дело, свой кейс на границе. Мы помогаем связаться с нашими коллегами в Польше. Мы на самом деле проводим мастер-классы для детей по рисованию. Да, у нас есть дети, которым лет по 10, но они никогда в жизни не рисовали. Также мы проводим разные мероприятия для Бреста, чтобы люди понимали и принимали тех людей, которые, к сожалению, вынуждены находиться сейчас в Бресте.